Первый месяц учебы для школьников и студентов традиционно совпадает с проведением серии мероприятий антинаркотической направленности. Это беседы о вреде употребления наркотиков, алкоголя и никотина. Одна из таких встреч состоялась в структурном подразделении номер 4 Щелковского колледжа. Городской округ Щелково выделяет большое внимание на здоровый образ жизни наших детей. Построено более 130 оздоровительных комплексов, которые принимают бесплатные занятия по многим видам спорта. И сегодня мы на этом мероприятии расскажем и с нашими детьми расскажем, что у нас сделано, какие мероприятия проводятся и что хорошего сулит нам здоровый образ жизни. Виктор Семин в разговоре со студентами обратил их внимание на основное правило, которое позволяло многим известным людям добиться выдающихся достижений. Это в первую очередь практически полный отказ от употребления алкоголя. То есть, если хочешь быть успешным, не попадай в зависимость от зеленого змея и тем более от наркотиков, которые могут просто лишить жизни. А настоятель Сергиевского храма в селе Трубино, председатель отдела по утверждению трезвости Балашихинской епархии священник Антоний Сенько на встрече со студентами говорил не только о пагубности вредных привычек, но и о том, как научиться ценить в жизни ее лучшие стороны. Суррогаты радости, они не нравятся. Человеку неинтересно бывает употреблять алкоголь. Он говорит, ну а зачем? Что это такое? Или наркотик? Зачем мне себя одурманивать, лишать радости естественной, нормальной, когда вот она, и есть пути ее достижения? Зачем мне лишать себя всего? Такие беседы помогают молодым людям научиться всерьез задумываться о важном. И наверняка тогда они будут лучше защищены от этих самых пресловутых суррогатов радости – алкоголя и наркотиков. Для начала надо узнать, приносят ли какие-нибудь соблазны вред для твоего организма, для твоей жизни, сбивают ли они тебя с целей, с толку. И после этого надо уже ставить приоритеты, понимать то, что нужно тебе это или нет. Алкоголизм, наркотики. Ну, для меня это ужасно, потому что, ну, и в общем человек меняет свою психику. Вот эта зависимость, это очень ужасно и страшно. И я бы не хотела, чтобы мои близкие и родные попали в такую ситуацию. Поэтому ни за что в жизни. Сентябрь для действующей в администрации округа антинаркотической комиссии – горячая пора. Беседы о пагубном воздействии на здоровье людей психоактивных веществ в рамках областного месячника запланированы и на будущие недели. Такие беседы проведут и в других образовательных учреждениях Щелково. Андрей Цеханович, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.